как можно поступить в Самарский кадетский корпус МВД России, понять, подходит ли ребенку такая форма обучения, в какой класс ведется набор в этом году и что можно узнать на Дне открытых дверей. Смотрите программу «Город Т» с 3 марта в 18:15. Гости в студии Наталья Бикеева, заместитель начальника Самарского кадетского корпуса МВД России по учебной работе, и Кирилл Нефедов, кадет 1-го взвода 4-го курса.